Извечная гитара за спиной, нескончаемые туры и концерты. Наша редакция связывается с многими музыкантами краевого и федерального масштаба, но так вышло, что именно с ним договориться о встрече было сложнее всего. Мы его очень хотели записать. Мы увидели, насколько он разносторонний, насколько он действительно творчески наполненный человек. Но тут, в общем, судьба злодейка, и у него концерты, что, безусловно, очень здорово, но мы, к сожалению, не можем поехать за ним и везде его снять. И такие несовпадения расписания происходили около года. За это время в составе группы Блики Егор Каштин объехал весь Красноярский край и Хакасию, записал 2 студийных альбома, получил благословение индийского музыканта в 13-м поколении и спел на санскрите, а между делом спас жизнь ребенку. Слушай, а давай уберем свет? Та песня, которую ты сегодня будешь играть, о чем она? «Мир был до нас» — песня о том, что у человека есть душа, что он не просто тело. Это как будто бы вот есть океан подсознания, и ты достаешь оттуда что-то такое, что у тебя самое живое, самое трогательное. И это выражается в песне, но ты до конца не можешь прогадать. Это как пластилин или как вот глина. Ты постоянно что-то делаешь, но это не одна форма и та же. А да, вроде бы куплет, вроде бы припев, и там какое-то повторение идет. Но постоянно это что-то новое. Никакие слова, никакие снега нас не смогут разнять, мы вместе. Если это судьба, если правда одна, все ответы давно в твоем сердце. Мир был до нас живой, большой, зеленый. Я ухожу обратно к нему, любовь стелю дорогу. Егор, кроме своих песен, исполняет мантры на санскрите. К слову, он единственный в Красноярском крае, кто делает это так же, как тысячи лет назад. Я стараюсь делать так, как это есть в оригинале, потому что санскрит, он передается из поколения в поколение, как бы, и в том его уникальность, что эти знания, они без искажения передаются. Человек, слушая эти звуки, он очищает свое сердце от эгоизма, от зависти, от злости, и его ум очищается, и разум становится более сильным. Ямуна Тиравана Чаре, Ямуна Тиравана Чаре, Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана, Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. После такой ежедневной чистки Егор готов совершать настоящие подвиги, например, спасти ребенка. Он просто стоял на каком-то балконе высоком и говорил своему папе, что я сейчас спрыгну. Я ему говорю, ну как бы я его обнял, подошел, добрался по лестнице до этого балкона, говорю, что ты как бы не прыгаешь, что тебя любят родные, близкие, что все хорошо будет у тебя. И он успокоился, так спустился, папу обнял и, в общем, пошли они куда-то дальше по делам. Ясно, ну ладно, пусть это остается так.